Ох, вот это ты Хацуны Мику отжигаешь, слушай. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, мы на канале Swirl, да, вот, собственно, написано. И мы сейчас будем смотреть, как все боссы поют песню Termination, которую исполняет QT. Все боссы Friday Night Funkin'а, естественно. Ставьте лайк, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь, если еще не подписаны. Жмите колокольчик и скажите мне, вы узнаете кого-то из вот этих типов? Да, ссылки на оригиналы видосов внизу в описании. Я вот не узнаю, этих двоих я не знаю. Этих, конечно, Капи, Капи, Хексушка, здорово. Здорово, Хекс, у тебя, кстати, что-то эти перевернутые буковки там, по-моему, как мне кажется, на рубашке. Так, Микекзе я безусловно узнаю. Кто вот это? Вот это слева. Причем их двое. Нормально. Красиво Микки поет, да? Прикольный вокал, прикольный. Херабрин, здорово. Здорово. Херабрин Сильвер, этих знаю. Так, что у тебя за два типа были, тоже можете писать, чтобы я потом это просвещался, как говорится, вашими силами, вашими комментариями, узнавал что-то новое о вселенной модификации Friday Night Funkin'. Я не во все-таки успевал поиграть в свое время. Так, здорово, здорово, это знакомая рожа. Как это ты не Саготи прям, это удивительно. Я привык, что он Саготи постоянно выступал там в видосах, в модификациях прошлых, которые я играл. Но здесь нет, здесь вместо него Таби. Здесь вместо него Таби и даже не захватил с собой бомбу. Только свои рога охренительные. Модно. Тут вполне логичная пара. Это творение от Суовера. Гарсела и... Энни. Так. Ага. Санки, это здорово. Санки я люблю. Санки я обожаю, ребят. Это, наверное, наряду со Спукизами. Я даже не знаю, кто мне больше нравится. Слушайте, это еще подумать надо. Из персонажей. Хагиваги запевает, как всегда, блестяще. Просто вот послушайте, прям... Прям, знаете, весь народный фольклор хагивагиевского народа просто скопился в этих нотах душевных. Так, чем хороша эта песня? Она длиннющая, капец, она 5 минут длится. За 5 минут тут все успеют спеть, я думаю. Так, Пинки Пай. Пинки Пай против Зарди. Ну, я считаю, потрясающий дуэт, на самом деле. Я не знаю, что объединяет этих двоих, сложно представить. Но что-то, видать, объединяет. Нонсенс, Лулабай, да. Этим ребятам должно быть немного обидно. Они успевают всего несколько нот спеть. Но посмотрите, как их дохрена. Господи, вот это вокал. Это что за динозаврик? Это из Супер Марио какой-нибудь игры? Вот Танкману, смотрите, какая партия огромная выпала прям. Так, а эта девочка из одной модификации Биби Панзу. Я не помню, как она называется, но прикольная достаточно. Так. Чел Фрэнк офигенно танцует с поднятыми вверх руками. Мистер Бист. Мистер Биста я узнал, да. Тим Сис. Может, это не Мистер Бист? Не, по-моему, это Мистер Бист. Я знаю, что есть с ним такая модификация. Но тут написано, что это Тим Сис. Я не знаю, может быть, это его вторая кличка или типа того. Так, получается, Рон. Рон и Литл Мэн, естественно, они тоже не могли. Не могли не встретиться друг с другом. Это очевидно, однозначно. Так, ни хрена, смотрите, сколько очков понабежало с этого места. Ох, вот это! Вот это ты Хацуны Мику отжигаешь, слушай. Да успокойся, девка, успокойся, угомонись. Таблеточки примите, а, что ты такие дерганые, да куда ходить? Да от вашего пения можно нахрен, мне кажется, подсоединить к вам электроды и по всему земному шару электроэнергию подать. Вы что, гоните, что ли? Так, ну это суровый, суровый парень Фриппи, который, как видите, разрезал там консервированные помидоры, по-моему, да, весь испачкался. Бывает, бывает такое, да. А Мунгасик, он как бы с ним спорит. Нет, я лучше разрезаю помидоры, да, чем ты. Уитти, который сейчас, по-моему, взорвется. Семейный скандал с Кэрол, понимаете? Вот так вот, была такая романтика, я помню, свидание такое было шикарное. А теперь они стоят и собачатся. Ах ты, говорит, кобель, ах ты, говорит, кобель, опять ты на гёрлфренд заглядываешься под люк. Он, да я не заглядываюсь, ты задолбала меня уже, сейчас взорвусь от злости просто. Так, это у нас получается анимешная школа Доки Доки, естественно, без нее никуда. Сайори там, конечно, с упоротым хлебалом. А, это Балди, а я думал, это электрогитара там. Что это? Ни хрена ты башку опускаешь, ты что там делал, Балди? Что это сейчас за движение было? Меня это пугает, если честно. Подождите, а я, кстати, не рассмотрел. Хотелось бы понять, с кем Балди вообще.
Нет, я не знаю. Балди я, конечно, узнаю. И вот это вот его охренительное движение тоже узнаю. Вот этот, кто слева, я не знаю. Так, это не Солазар. Это кто-то другой. Но кто, я не знаю. На Грилби похож, но это, наверное, не Грилби. Так, Хэнк и Трики. Естественно, эта сладкая парочка Твикс должна была, в общем-то, тоже засветиться. Без этого никуда. А это, я знаю, что это не Ретроспектор. Потому что я говорил, что это Ретроспектор, а мне написали, это не Ретроспектор. А еще мне написали, кто это. А я забыл. Вот. Но Фредди я узнаю. Фредди, тебя я узнаю. Да. Здорово, Фредди. Рад тебя видеть. И вот Фредди, в общем-то, спел последние, что называется, ноты этой мелодии. А на этом мы не заканчиваем. Канал с не очень понятным названием, но ссылка тоже будет в описании на этот видос. И это песня Ejected, которую поют все персонажи. Первый у нас это, значит, Гамбл из вселенной Come Learn with Pibi. В общем-то, пораженный глючным вирусом. А это Балди, пораженный, ну, просто мразотством от рождения, желанием шлепать детей по жопам и приставучестью в плане математики, да. Вот такие вот, зараженные вот такими вещами у нас ребята друг против друга стоят и начинают, собственно, исполнять свои шлягеры. О, смотрите, тут я так понимаю, что Пиби против обычных, да? Джейк против Хаги-Ваги. Ну, классно, классно, да, шикарно. Да, реально, смотрите. Пиби-моды против обычных. Получается, что так. Слушайте, а пиби-моды же скоро кончатся, наверное, да? Вот уже и кончились, да. Вот уже и кончились. И вот этот вот чувак, которого я не помню, как звать, выступает против Маджин Соника. Ох, Cartoon Cat вообще красавчик. Кто вам больше нравится, Освальд или Cartoon Cat? Мне, наверное, Освальд все-таки больше нравится. Так, о. Папайрус решил сыграть в игру в кальмара. Не, ну Папайрусу игру в кальмара не очень интересно. Ему скорее игра в спагетти бы понравилась, наверное. Так. Ага. Чё за бред? А, эту-то я узнаю, это QT. А вот это кто такой? Это что за сатана? Что за адский сатана? Хочешь песню, вот тебе на, как говорится, исполняет. Так, Шеги. Шеги. Ты вообще как? Ты, я, насколько помню, довольно сыкливый персонаж, исходя из мультика. Тебя не пугают монашки с бензопилами, серьезно? Я думал, что ты должен орать ЗОИНКС и бежать нахрен отсюда. О, Бенди. Бенди это прям ностальгия, да? До сих пор помню эту игру. Вряд ли когда-то забуду. Особенно я помню, когда вышла вот последняя глава, и чтобы до нее дойти, нужно было перепройти всю игру, и я весь вечер перепроходил всю игру и снимал эту последнюю главу еще. Вот это был день, конечно. Так, ну, в общем-то, возвращаются к нам те ребята, с которых все началось. Это Пиби Гамбл и Балди. Дальше у нас идет Пиби Финн и, в общем-то, Микки Маус, который в Финляндию, наверное, никогда больше не поедет после этой встречи. И никогда, наверное, и не подумает даже об этом. Потому что он с таким лицом на него смотрит. Что это за говно вообще, да? А Cartoon Cat с Освальдом тоже, в общем-то, находит общий язык. Им очень весело. Особенно Освальду сейчас смотреть на его рожу, посмотрите, он прям вообще кайфует. Троллч делает очень потрясающие эротичные движения. Бенди, на твоем месте я бы убегал, наверное. Убегал бы и, главное, не наклонялся на бегу ни в коем случае. Опасный парень это. Господи, ну и... Ну и рожа. Ну и рожа, потрясающе. Хаги-Ваги, давай, вся надежда на тебя, чтобы ты еще более красивую рожу сделал. Сможешь, нет? Давай. Ой, ты смотри. Ты смотри, как мы стараемся. Мне так нравится, с каким надрывом всегда Хаги-Ваги берет эти ноты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И прям лицо такое, вот очень-очень старательное, очень старательное. Настоящий великий артист. Ну что я могу сказать, вот такие у нас сегодня, в общем-то, две песенки. Вот так вот у нас все боссы Friday Night Funkin' отжигают вместе. Я надеюсь, вам было интересно, забавно, весело это наблюдать. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, жмите колокольчик. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.